Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор». Это поселок Антропшин на Станционной 34. Давайте смотреть, какие интересные новиночки сюда приехали. И не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграме. У меня небольшой каналчик есть. Также на Дзене я выкладываю ВКонтакте и на Дзене полные ролики. Гель для душа Magic Day. 1 литр 84 рубля 82 копейки. Манго и маракуйя. Нежная густая пена, бережное очищение, запоты и увлажнение. В этом светофоре есть таблетки для посудомоечной машинки. 559 рублей 61 копейка. Не во всех светофорах они есть, эти таблетки. Уже поступили отзывы, кому-то они не очень понравились. Мне написали, что плохо отмывают. Оставьте свой отзыв и вы тоже. Средство моющее для сантехники Фортелла 1 литр, 56 рублей цена. Наборы горшков для цветов 2 литра. Элеганс с поддоном. Цвета в ассортименте 178 рублей 63 копейки стоят вот такие наборы. Горшочков очень симпатичные, хорошо подойдут, например, для герании, как мне кажется, ну и для других цветов также. Объем одного горшка 2 литра, и цвета приятные. Смотрите, зеленый, мне вот больше всего вот такой персиковый цвет нравится. В Антропшина такие были, по-моему, еще белые. В светофор привезли и лейки, очень яркие, красивые в этом светофоре, например, желтые с зелеными наконечниками. 167 рублей всего стоит лейка. Я в прошлом году такую лейку покупала. Она хорошая, отличная. Единственное, что мне в ней не сильно понравилось, это вот эти крупные дырочки. То есть они травмируют рассаду, например, если сверху поливать вот такими крупными дырками. Я более мелкие дырочки люблю, отверстия, как мне сказали. Хорошая лейка, яркая, красивая, не затеряется в саду, сразу ее можно увидеть. И объем этой лейки 10 литров. В этот светофор также подвезли бочки 50 литров. Дачная, пищевая. 790 рублей 60 копеек. Тоже всегда пригодится на дачу. У кого воду, кто-то воду возит на дачу в таких бочках. Еще что-то, может быть, урожай собирает. И эти бочки в двух вариантах. Есть синяя бочка и белого цвета, прозрачный такой пластик, полупрозрачный белый цвет с красными крышками. И еще один вариант бочек, круглые бочки, тоже в двух цветах представлены, с красными крышками, 50-литровые, 790 рублей 60 копеек. Собственно, и эти 50 литров, и эти. Кому просто что нравится. Вот таких бочек поменьше. В этот светофор привезли и крышки металлические, лакированные. Одна упаковка равно 50 штук, и цена этой упаковки 159 рублей. Есть крышечки, которые нужно закатывать. И также крышка металлическая, винтовая, лакированная, твистов. 87 рублей стоит. В одной упаковке здесь всего 20 штучек. И обратите внимание, что вот такая цветная крышка, она только одна в наборе. И здесь вот сверху как раз идет. Ящик перфорированный для хранения. 48 литров его объем. 284 рубля 85 копеек. Вот такой большой ящик. Наверняка многим пригодится. Размеры этого ящика не указаны, только объем 48 литров. Производит город Ижевск. По качеству эти ящики похожи на ведра со сливом черного цвета. Помните, да, такие в светофоре были? Сейчас их вроде бы нет. И на прошлой неделе показывала, в этот светофор приехал бак для солений. 25 литров 797 рублей 68 копеечек. Баков много еще в наличии. И здесь в этом баке есть дополнительная вот такая пластиковая вставка, чтобы ставить грузики. Отличный бак. Плотный пластик хороший. Кубки для мытья посуды 11 на 7 и на 3 сантиметра, 10 штучек. 55 рублей 73 копеечки стоят эти губки. Набор хозяйственных крышек 11 штук, 62 рубля 38 копеек. Есть здесь и вот такие пластиковые крышки, тоже всегда нужная вещь. И одна из крышечек имеет вот такую решетчатую часть, хорошо сливать жидкости, там, например, те же огурцы, рассол слить. Скатерти ПВХ на тканевой основе, этюд, размер 125 на 1,40 м, без отделки, 192 рубля. Покажу, что есть в этом светофоре эти скатерти, их много, расцветки очень приятные. Смотрите, вот такая, например, или
Такая скатерть. Кому-то, может быть, пригодится маска сварщика «Хамелеон». 649 рублей. Она стоит, их тоже много в наличии. И бассейны. Бассейны есть, я так понимаю, сейчас во всех светофорах. Смотрела канал «Тип-Топ ТВ» от Марины. Она молодец, работает в эти сложные времена. В Москве такие бассейны тоже есть. Бассейн быстро надуваемый, быстро устанавливаемый. 3 на 76. 3 528. И маленькие бассейны, полутораметровые, в этот светофор тоже приехали. 573 рубля 48 копеек их цена. Еще в этом светофоре есть вот этот противень. Он не везде есть. В Шушарах его не видела. Размер его 39 на 27 и на 6,5 сантиметров. Стоит 387,80. Чудные кастрюльки эмалированные тоже здесь в наличии. 5,5 литров. 599 рублей стоит. Отличная кастрюлька для заготовок. Самое то, что. Мунари вам тоже уже показывала. Сюда привезли электробарбекю. Размер его 48 на 28 и на 12 сантиметров, 2000 ватт, цена 1604 рубля 80 копеек, мощность 2000 ватт, 5 ступеней мощности, металлическая оцинкованная решетка и еще есть внутри в комплекте жаропрочный поддончик. Алтон, краска ликвид для белой обуви, 75 мл, 128,66. В прошлый раз, кстати, когда выходила из светофора, одна женщина с собой несла где-то 5 или 6 вот таких противней. Вдруг вам тоже понадобится. В этом светофоре есть поднос с вкладышем сушилкой «Колос», 45 на 36 и на 23 сантиметра, 168 рублей. Вот он здесь есть в наличии, этот «Колос». Манго в сиропе тоже не до всех доезжает. 425 миллилитров, 94 рубля 40 копеек, Таиланд. Соль адыгейская, тоже ее подвезли, видимо, недавно. 450 грамм, 20 рублей. 76 копеек. Знаю, что ее многие любят. И вот этот набор для приготовления кваса. Этот пакетик содержит 3 пакета внутри. Всего вы можете из этого набора приготовить 9 литров кваса. Вот эти наборчики в прошлый раз я вам показывала. Оказывается, еще есть приправа для плова. Стоит одна такая банка 68 рублей 14 копеек. Приправа для плова, для курицы. И универсальная приправа, очень удобная баночка. Много завозят соусы стебель бамбука, 500 грамм, 46 рублей 18 копеек. Вот эти салаты деревенские тоже сейчас завезли и в Антилево. Салат деревенский 500 грамм, 74 рубля 74 копейки, здесь 500 миллилитров. Судя по тому, что привозят не первый раз, вкусный бренд «Валдайский погребок». Доставили сюда и консервы от Кухмастера, и икра 5 овощей, и икра из баклажанов 55 и 45 рублей соответственно. Сегодня возьму попробовать вот этот тунец для салатов. Баночка «Ключ», 185 грамм, 84 рубля 96 копеек. Я люблю салаты свежие с тунцом, это полезно. Сейчас пошла зелень, помидорки нарезали, салатик покрошили, тунец, и вот вам полноценный ужин или обед. В этом светофоре остался еще горошек зеленый в железной банке, 36 рублей 65 копеек. Очень хороший горошек, мне понравился. Ну, то есть он не самого лучшего качества, но для салата вполне подойдет. Увеличилось опять количество приправ Камес в ассортименте. 43 рубля 61 копейка. В этот раз появилась приправа к спагетти болонезе и кумин зира. Кто готовит плов, он знает, что без кумина не обойтись. Черный перец здесь, и карри, и травы, травы итальянской кухни, куркума, черный перец, к узбекскому плову, курица-гриль, к ребрышкам, смотрите сколько. И вот эти приправы «Ориент» тоже, смотрите, есть приправы для шашлыка, и приправа для плова, и приправа для курицы, смесь перцев, душистый перец, куркума и карри. 27 рублей 89 копеек, но здесь совсем мало, по-моему, 20 грамм, чуть меньше, чем в Камесе. Сегодня очень много овощей и фруктов в светофоре, что не может не радовать. Например, есть в наличии кабачки. Они уже лежат не в холодильнике, 1 килограмм 59 рублей. Я когда буду выходить, я обязательно наберу себе кабачков, потому что смотрите, какие есть небольшие кабачки. Нужно выбирать. В наличии и яблоки сезонные, 1 килограмм 79 рублей, производство России. Очень симпатичные помидорки. Смотрите, 70 рублей 80 копеек. Тоже такие хорошие, сливовидные.
помидоры. Свежие огурцы 41-30, тоже где вы такую цену найдете. Огурчики выглядят очень хорошо, плотные, не вялые. Отличные огурцы, я сегодня прям закуплюсь овощей. И картошка, новый урожай, 29,50. И что хочу сказать, вот в этом светофоре картошка по размеру сравнительно большая, по сравнению с тем, что мы в коммунаре с вами обычно наблюдаем. Здесь картошка прям даже, можно сказать, крупная по сравнению с той мелкой, к которой мы в светофоре привыкли. Тоже производство Россия, 29,50. И вот капуста тут тоже есть в наличии сейчас. Производство Иран, я уже ее купила, и мы практически целый вилок съели. 39 рублей 53 копейки. В Пятерочке сейчас капуста стоит 79 рублей, по-моему. И капуста тоже очень вкусная, хорошая капуста. Ее можно, кстати, мелко нарезать и использовать как листья салатные в салатах. И мандарины Пакистан, 51 рубль. Здесь мандарины идут насыпью. В коммунаре, например, их уже нафасовали. И не самые лучшие мандаринки попадаются. А здесь вот можно самостоятельно повыбирать. Много всяких разных йогуртов. Смотрите, йогурт Эрмигурт. 7,5% жирности, 4 штучки по 100 грамм, стоит 74 рубля. Фруттис есть сейчас в наличии, 59 рублей, тоже за 4 штучки по 110 грамм. Продукты йогуртные, пастеризованные, нежные, 2,5% жирности, тоже в наличии 42 рубля. Сметана Степь, родная, изготовлена по ГОСТу, 800 грамм, 20% в ведре. Компания Русь Молоко ее производит, и цена такой упаковки 96 рублей. Состав зачитаю. Нормализированные пастеризованные сливки и заквасочные микроорганизмы. Ставропольский край производит эту сметану. Набор творожных сыров 140 грамм плюс 140 грамм от компании Сыробогатов. Без заменителя молочного жира. Стоимость такой упаковки 145 рублей 73 копейки. Значит, здесь идет с зеленью творожный сыр и с грибами лисички. Мясной продукции тоже сейчас много. Например, вот такие колбаски к пиву категория «Б». От Атяшева 106 рублей 70 копеек за 250 грамм. Колбаса охотничья тоже много в наличии, 342 рубля категория «Б». За маленькую палочку, вернее, это 342 рубля за килограмм, а палочка всего 198 грамм. Колбаса полусухая багратионовская категория «Б», 1 килограмм, 458,46. Это тоже цена за килограмм. Вообще мясной продукции сейчас много. Есть в наличии вот этот бекон, он мне нравится. Классические категория «В» нарезка, 300 грамм, 127 рублей. Отдельно стоят коробки, видимо, уже не поместилось. Ассорти мясные копчености от компании «Иний», 290 рублей. Здесь 867 грамм, а цена указана за килограмм. Также отдельно лежат ребра рубленные свиные от «Иния», категория «Г», 1 килограмм, 218,76. Много сосисок сливочных по-черкизовски, категория «В». Б 228,31. Они постоянно приезжают в светофор. Виола сейчас очень много. Виола Дружба 204,20 цена. Без заменителя молочного жира. Вот здесь выставлено и еще здесь. И второй вариант — это сыр плавленый Виола. Вот в такой упаковке. 101 рубль за 180 грамм. Сельдерей свежий. Класс первый. Страна происхождения его — Израиль. И цена 70 рублей 80 копеек. Также в наличии цветная капуста 123,90. 82,60 это цена за редис. Киви свежий 1 килограмм 76,70. Дыня иранская 94 рубля. И еще в наличии виноград белый 118 рублей, также цена за килограмм. Любители мороженого, радуйтесь. От Петрохолода вот это вот мороженое снова приехало. Смотрите, коробочки стоят. В одной упаковке 400 грамм. Стоит, по-моему, 140 рублей. Помимо горошка в жестяных банках подвезли еще вот этот. Мозговых сортов 650 грамм. Здесь 87 рублей 91 копейка. Это бренд по-княжески. ИП Солибеков. Интерактивная игрушка «Музыкальные зверята». 452 рубля 84 копейки. 20 песенок. Мелодии звуков сказки. Пианино, обучающие песенки, танцевальные мелодии и голоса зверят. Здесь плюс 5 интерактивных сказок. Отличный вариант для подарка, в том числе 452. 84. Из последних новинок еще раз покажу вот этот набор для детской лепки. Животные. 8 цветов и 8 формочек стек. 214,68 цена.
Производство этого набора Беларусь. Шоколад молочный Альтенбург. Спайка 2 штучки, 200 грамм, 104 рубля 31 копеечка. А рядом лежит дрожжи арахис в какао-порошке. 500 грамм, 99,15 цена. Помимо большого количества овощей и фруктов, завозят и напитки. Вот напиток безалкогольный, сильно газированный, Еста Барбарис, 2 литра, 44 рубля 26 копеек. Есть и такой напиток, безалкогольный, Фонте, холодный чай со вкусом персика. 2 литра здесь объем, 70 рублей стоит. И квасы. Квасов, кстати, осталось не так много. Мы с вами все удивлялись, купят или нет. Все раскупили практически. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра, 94,71. Окрошка «Наше все». Батончик мюсли «Лесные ягоды» и мед 150 грамм. Здесь 6 штучек по 25 грамм. Собинский хлебокомбинат производит, цена всего 46 рублей 57 копеек. Сандалии мужские, размер от 38 до 46, цена их 478 рублей 61 копейка. Много здесь этих сандалий в черном цвете представлено. В Антелево они тоже были. И видела, что мужчина вывозил эти сандали, действительно удобные для того, чтобы ходить, например, на даче. Легко моются. Так, из напитков еще напиток сокосодержащий виноград белый. 3 литра, 203 рубля 72 копейки. Сок апельсиновый, восстановленный Еста, 66,22 за 950 миллилитров. Не рекламирую алкогольную продукцию, только делаю на нее обзор. Пиво Бернстайн, светлое, нефильтрованное, 1,3 литра, 4,8%. Белый Кремль, 91,47 цена. Последних новинок в канцелярии вот эти макси-раскраски. 226 рублей они стоят. Здесь формат А3, наверное, это у этой раскраски. Здесь очень крупные, смотрите, какие картинки. Вот, есть для маленьких деток, типа таких. Вот, для мальчиков здесь всевозможные роботы. 361 рубль стоит вот такой триммер для стрижки волос. А в магазине в Коммунаре мы с вами видели немножко другую машинку для стрижки. Она большего размера была. Здесь лезвие из нержавеющей стали, сменная насадка для регулировки длины волос, быстрая безопасная стрижка, удобная эргономическая форма и работа от аккумулятора. Вот такой вот триммер, 15 сантиметров длина, длина волос от 2 до 15 миллиметров, 3 ватт, одна насадка и аккумулятор. Сама машинка красного цвета, а вот ее основная сторона. Не будем скрывать упаковку. Видно, что он совсем маленький, удобный. Можно даже такой триммер в дорогу взять. Если у вашего мужа не какая-то не очень сложная стрижка. Вот, быстренько постригли его, привели в порядок. И все довольны. 361 рубль всего стоит. Кофе гранулированный доехал и до этого светофора. Enjoy в дуйпаке 200 грамм. 83 рубля 11 копеек стоит. Так, по напиткам еще один напиток от бренда Еста. Безалкогольный, сильно газированный. 1 литр. 41,86 цена. И вот такой полезный сок. Томатный, восстановленный с мякотью. 141 рубль. Ну и сухофруктов сейчас завезли в этот светофор тоже много. Давайте под конец я вам их покажу. Компотная смесь. 1 килограмм. 145,71. Семена подсолнечника не очищены. 1 килограмм 82 рубля. Смесь чернослив курага 500 грамм 191 рубль. Арахис очищенный 1 килограмм 220 рублей. Арахис сладкий 116,82. Вот такой есть арахис. И еще вот такой. Этот с кунжутом идет. Вкусная вещь. Смесь ореховая 500 грамм 368 рублей. Посмотрите, какие красивые финики сушеные в этом магазине. Ореховая аллея производит. Цена 118 рублей. Санкт-Петербург фасует. И здесь даже есть вилочка, которой вы подцепляете сам финик. Очень аккуратно выложено. Манго вяленое. 188 рублей за 200 грамм. Я уже успела попробовать вот такие семечки в хрустящей оболочке. Мы их съели за первый день. 73 рубля.
Очень вкусные, кстати, хлебцы вот эти вот. 41 рубль стоят от доктора Корнера. Вообще вкусняшка прям. Классные. Орехи кешью кусочки. 275 рублей. Грецкий орех 500 грамм. 259 рублей. Чернослив 279 рублей. Слайсы пшеничные 18,40. И так, семена подсолнечника показывала. И курага есть в наличии 331,43 за килограмм. Много свободного места в светофоре, вот я вам покажу. Но в то же время, посмотрите, сколько фруктов, овощей. Ни в одном другом светофоре пока столько не видела. Сегодня обязательно закуплюсь. Ну а вы не забывайте подписываться на мои ролики в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене и в Телеграме, у меня есть канал. Вот, до свидания, до новых встреч, до новых обзоров. Будем продолжать искать самые интересные товары в светофоре. Пока-пока.